пока народу мало. Хочу снять обед в номер. Показать, что картошечка есть. Макарончики. Булгур. Какая-то рыбка с картошечкой. Рыба. Это рыбка, да. Рыба. Пюре. Нет, это курица. Курица. Да. Сердце говяжье. О, отлично. Баклажаны, закуски, салаты, нарезки, пирожные. С инжиром очень вкусный пирожный, слива советую, арбуз, суп чечевичный. Олюшка на горку пошла. Олюшка скатилась с горки. А все? Почему? Потому что масло Гарниер сохраняет влагу в ее коже и делает попу гладкой. И вот оно и морюшка. Погода вообще отпадная. Погода хорошая, очень тепло. Мы находимся сейчас в Понялке, Поялуэр поселок, то есть пересечением Понялки, прошу прощения, Канатулы и Поялуэр. Вообще клево, можно идти сами смотреть на эту красоту, прям часами. Руки в масле, телефон еле держу. Как не хотелось мне вставать, снимать море, но не могла не снять. Приезжаем к порту. Нет. Там много-много корабль. Башня. Да, красиво. Где мы живем? Здесь. Сидим в Алании. Готовит кушать. Покажу, в общем, ценники. Кому надо, на паузу поставить, посмотрите.
Вот такое вот блюдо мне принесли. Как бы мне это все съесть? Смотрите, какая цена. Сейчас открою холодильник. 8,50 стоит большущий йогурт. 16,95 стоит, я так думаю, килограмма 2 или 3, даже больше, 5, наверное. Сейчас быстренько по ценникам по молочке пройдусь, покажу. Сэндвичи. Чего только нету. Разные сыры. Кому интересно, ставьте, пожалуйста, на паузу и смотрите. Магазин Мигрос. Целые ряды молочки. Пепси есть в маленьких баночках. Я думаю, хороший. Колбаска разная. Кстати, кто спрашивал, сколько стоят яйца? 17 лир. Это где-то 170 рублей. Креветки, как наши, стоят 320 рублей. Пельмешки разные. Цены на мясо. Вот кому очень интересно, да, цены на мясо. Вот можете посмотреть. Кто говорит? В Турции золотая. Я сейчас быстренько мясо покажу и все. Султанит камень себе приобрели? Да. Легендарный тоннель. Заметьте, какие хорошие в Турции дороги. Заметьте. Как наши платные.